Друзья, привет! Приветствую вас на канале «Немецкий язык по плейлистам с нуля». Мы с вами продолжаем наш плейлист и нашу контрольную работу. Итак, переводим. Мы указываем и говорим. Это его тренер. Это das ist его тренер. Его sein тренер Trainer. Das ist ein Trainer. Я делаю эти упражнения. Я делаю. Ich mache эти упражнения. Эти. Diese упражнения. Übungen. Ich mache diese Übungen. Это очень плохо. Это. Es ist очень плохо. Sehr плохо. Schlecht. Es ist sehr schlecht. Она учится танцевать. Она учится. Sie lernt танцевать. Tanzen. Sie lernt танцен. Вопрос. Как ты это делаешь? Как? Ви? Ты это делаешь? То есть делаешь? Must? Ты? Do? Это S. We must do S. Я хочу посетить Англию. Я хочу. Ich will посетить Англию. То есть Англию. England. Посетить. Besuchen. Ich will England besuchen. Она учительница. Она. Sie ist учительница. Lehrerin. Sie ist Lehrerin. Я говорю по-немецки. Я говорю. Ich spreche по-немецки. Deutsch. Ich spreche Deutsch. Мы слышим эту песню. Мы слышим. Wir hören эту песню. Эту. Dieses. Песню. Lied. Wir hören dieses Lied. Эта проблема маленькая. Эта проблема. Dieses. Problem. Маленькая. Ist klein. Dieses Problem ist klein. Das ist sein Trainer. Ich mache diese Übungen. Es ist sehr schlecht. Sie lernt tanzen. Wie machst du es? Ich will England besuchen. Sie ist Lehrerin. Ich spreche Deutsch. Wir hören dieses Lied. Dieses Problem ist klein. Вопрос. Когда ты это делаешь? Когда? Ван, ты это делаешь? То есть делаешь? Must ты do это? S. Ван must do S. Он пьет воду. Он пьет. Er trinkt воду. Wasser. Er trinkt Wasser. Далее мы указываем и говорим. Это моя машина. Это. Das ist моя машина. Mein Auto.
Das ist mein Auto. И это действительно помогает мне. Это es действительно помогает мне. То есть это помогает. Es hilft мне, mir действительно. Wirklich. Es hilft mir wirklich. Мы изучаем иностранные языки онлайн. Мы изучаем. Wir lernen иностранные языки. Fremdsprachen онлайн. Онлайн. Wir lernen Fremdsprachen online. Эти вещи интересуют ее. Используем слово Dinge. Вещи. Эти вещи. Diese. Dinge. Интересуют. Interessieren. Ее. Sie. Diese Dinge. Interessieren Sie. Вопрос. Ты понимаешь меня? Ты понимаешь? То есть, понимаешь? Verstehst? Ты? Du? Меня? Mich? Verstehst du mich? Вопрос. Вежливая форма «вы». Вы говорите по-немецки? То есть, говорите, sprechen, вы, sie, по-немецки, Deutsch. Sprechen Sie Deutsch. У меня есть идея. У меня есть и habe, идея, eine Idee. Ich habe eine Idee. Нам нужна твоя помощь. Нам нужна. Wir brauchen твоя помощь. Твоя. Deine помощь. Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Wann machst du es? Er trinkt Wasser. Das ist mein Auto. Es hilft mir wirklich. Wir lernen Fremdsprachen online. Diese Dinge interessieren Sie. Verstehst du mich? Sprechen Sie Deutsch. Ich habe eine Idee. Wir brauchen deine Hilfe. Это стоит очень мало. Это стоит. Es kostet очень мало. Очень. Sehr мало. Wenig. Es kostet sehr wenig. Я работаю каждый день. Я работаю. Ich arbeite каждый день. Jeden Tag. Ich arbeite jeden Tag. Я лечу в Германию. Я лечу. Ich fliege в Германию. Nach Deutschland. Ich fliege nach Deutschland. Далее мы указываем и говорим. Это наши билеты. Это наши билеты. Это. Das sind наши билеты. Наши. Unsere билеты. Tickets. Das sind unsere tickets. Он готовит очень плохо. Он готовит. Kocht очень плохо. Sehr плохо. Schlecht. Kocht sehr
Schlecht. Она покупает мясо. Она покупает. Sie kauft мясо. Fleisch. Sie kauft Fleisch. Ты делаешь это очень профессионально. Ты делаешь. Du machst это es очень профессионально. Очень. Sehr профессионально. Professionell. Du machst es sehr professionell. Этот дом маленький. Этот дом, dieses Haus, маленький, ist klein. Dieses Haus ist klein. Я хочу читать книги на немецком. Я хочу. Ich will читать книги на немецком. То есть книги, Bücher, на немецком, auf Deutsch, читать, lesen. Ich will Bücher auf Deutsch lesen. У моей сестры есть работа. То есть, моя сестра имеет работу. Моя сестра. Meine Schwester имеет, hat работу, einen Job. Meine Schwester hat einen Job. Es kostet sehr wenig. Ich arbeite jeden Tag. Ich fliege nach Deutschland. Das sind unsere Tickets. Kocht sehr schlecht. Sie kauft Fleisch. Du machst es sehr professionell. Dieses Haus ist klein. Ich will Bücher auf Deutsch lesen. Meine Schwester hat einen Job. У меня проблема. У меня... То есть я имею и habe проблема. Ein Problem. И habe ein Problem. Я свободно говорю по-английски и по-немецки. То есть я говорю ich spreche свободно fließend по-английски English и по-немецки. Und Deutsch. Ich spreche fließend English und Deutsch. Ее результат лучше сейчас. То есть, ее результат ihr результат Ergebnis сейчас ist jetzt лучше besser. Ergebnis ist jetzt besser. Мы часто играем там. То есть мы играем wir spielen часто oft там dort. Wir spielen oft dort. Далее мы указываем и говорим. Это дом. Это. Das ist дом. Ein Haus. Das ist ein Haus. Я лечу во Францию. Я лечу. Ich fliege. Во Францию. Nach Франция. Frankreich. Frankreich. Франция. Ich fliege nach
Франкрайх. Его дочь очень молодая. Его дочь. Seine Tochter. Очень молодая. Очень. Ist sehr. Молодая. Jung. Seine Tochter ist sehr jung. У него есть идея. У него есть. Er hat идея. Eine Idee. Er hat eine Idee. Я в Берлине. Я. Ich в Берлине. Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin. У нас есть план. У нас есть. То есть мы имеем. Wir haben Plan, einen Plan. Wir haben einen Plan. Ich habe ein Problem. Ich spreche fließend Englisch und Deutsch. Ihr Ergebnis ist jetzt besser. Wir spielen oft dort. Das ist ein Haus. Ich fliege nach Frankreich. Seine Tochter ist sehr jung. Er hat eine Idee. Ich bin in Berlin. Wir haben einen Plan. Отлично. Пишите, как у вас дела. Мы с вашей поддержкой идем дальше.